призвал ветеранов войны в понедельник в 11 часов прийти на площадь здания парламента и выразить свой протест. Вы поддерживаете такую инициативу? Я не знаю, что надо, но я... Мы односельчане приходим в парламент в понедельник во время заседания. И хотим выслушать наших депутатов, что они нам скажут. Это законное право. Наши избранники, мы придем, спросим у них, какова судьба нашего требования. Все. А Арва может там заявление делать, может это делать. Я вообще не согласен с формой нашего сегодняшнего общения. Я заявление делать от Арва сюда не приходил. Я не вхожу ни в какую партию, и мы не уполномочены от села переводить это в политику. Нас никакая политика не волнует. Мы имеем претензию тем людям, которые избили ветеранов войны первостепенно. Депутат сказал, я стрелял. Разберемся завтра. За что избивать ветеранов? Там было тысячу поводов, чтобы этот инцидент сгладить. Тысячу поводов. Тут ничего не надо было. Ни кричать, ни орать, руками разматывать. Можно было спокойно разойтись. Тихо, спокойно разойтись. Да, я еще раз говорю. Выстрелы и так далее, я это не оправдываю. Факт. Я не говорю, что это правильно. Мы сделали тогда. Но прозвучал выстрел над причалом. Еще буду стрелять. Я посмотрю, я постараюсь как-то, пока я живу, буду прослеживать. Вот будут стрелять на Новый год, на всякие праздники, из автомата, из пулемета буду строчить. К сожалению, есть такой. Я против этого сам, но, к сожалению, такой есть. Я посмотрю, как будут их арестовывать будут, как будут, значит, это. Слушай, в центре города избивают, калечат людей, стреляют, убивают, ни у кого даже и оружие не отбирают. Знаете, лучше мне это, все это факт. Уточняющий вопрос. Может, вы обладаете информацией, пострадавшие в этом инциденте, обращались ли, допустим, в генпрокуратуру, в тот же МВД? Заявление не написано? Заявление есть. У генпрокуратуры наша резолюция схода села. И президенту направили, парламенту направили, генпрокурору направили, у всех это лежит на столе. Мы потребовали возбудить дело. Когда возбуждается дело, приглашаются потерпевшая сторона. Никто никуда никого не приглашал, никто никуда не приехал, избитые люди бросили, ушли, на этом закончилось. Вот в чем вся кощунство. Вот сам согласитесь со мной, ну хорошо. Но должен был приехать хотя бы милиция, опросить, допросить, что-то должны были сделать. Какой пострадавший, они еле ходят. Побои не снимали, такого не было, да? Какие вещи абхазцы мы... Побои? Они постеснялись, те, которые на ногах постеснялись вот сюда прийти и что-то говорить.